Кстати говоря, я же в Нижнем Новгороде на этапе РДС Запад, и у нас здесь вот поступление, чик, и у нас есть очень мало, штук 5, ну-ка, с другой стороны, перец силовичных, короче, вот этих, как это называется, короче, теплых штук. Вы думаете, я на дрифт приехал посмотреть? Нифига, заходная футболочка от Илюхи, черная у меня есть, теперь белая. Квала идет, их парки пусто, вот здесь вот оранжевые такие палатки, и можно будет завтра купить футболки белые, черные, кепки в оранжевой палаточке, если что, заскакивайте. То есть он идет типа под внешне, типа под одного. Меняется, шик ставится. Сюда же кинет. Должен шик, но не вот сюда прям назад, а вот так как бы. Чуть-чуть хуже, чем он. Чтобы не вылезло, вот так за него. Так, какие дела? У нас тут радиорекорд. И грузится серийка, ну, обзор дня, без описания, без обложки, просто обзор дня. Ха-ха-ха!